Всем привет, друзья, это канал «Шляпа». Вот она. Да, сегодня у нас замечательный гость, актер шоу «Импровизация» Дмитрий Позов. Я, кстати, сразу, знаешь, о чем подумал? В мире Гарри Поттера кем бы ты был? Ну, этим долгопупсом. Долгопупсом? Почему? Да. Ну, во-первых, я так, мне кажется, ты в детстве перерубил выглядел. Змее голову? Не, я чисто, я чисто визуально, я в детстве был прям... Ну, да, можно сказать, что толстым, на самом деле. Я хотел сказать полным, но это больше толстый. Фоточка. А есть рубеж? Слушай, какой рубеж? Толстый и полный? Это сколько килограмм отделяет? Ну, я в килограммах сейчас очень сложно определить, но уже когда я стал постарше, это вот буквально недавно мы смотрели в Ютубе один из пилотов импровизации, я там помню, что я вешу 87. Это мой рекорд, как мне кажется. Ну, во всяком случае, зафиксированный мне. Это я уже не ребенок, естественно, это было мне уже, ну, прилично. А мой нормальный вес, ну, типа, 75 норм, 72 вообще это шик-блеск. А я там 87. Блин, это получается, что ты, ну, то есть попадаешь под категорию, там, толстых. Его толстячества, да, ну... Невил пупс просто был. Ну, не, просто пупс, да? Да, да, я всегда был полный, и вот в какой-то момент я прям заметил, что ну я скорее толстый. А в детстве то же самое, да? Дим, мы тебя позвали, потому что мы стали гуглить. Так. Ну, то есть мы же гуглим всех гостей не потому, что они там нам нравятся, или мы тайком смотрим сторис. Мы не тайком смотрим. Да, потому что нам надо как-то подготовиться, и мы неожиданно поняли, что к тебе подготовиться невозможно. Да? Да, ничего. Ты слишком идеальный. Ты закрытый. Семьянин идеальный, все, никаких скандалов вообще нигде, ни знаешь, в чем, ни в работе. Я смотрел два интервью подряд на популярном, как теперь выяснилось, я-то раньше не заходил, но пришлось, на этот ресурс StarHit. Вот, и там есть два интервью друг за другом. Одно из них, один из них не интервью, а просто комментарий про тебя. Подожди, не уверен, что... Я не уверен, что я когда-либо давал интервью StarHit. А другое, его дал, Шастун дал интервью, сказал, что у меня секс на первом свидании, это окей. Это заголовок. Да, и это прям вынесли в заголовок. Да? Вот, потом был еще, значит, Сережа там тоже с какой-то историей. Вот, но про тебя только... Там какая-то история, которую даже не ты прокомментировал. Там просто что-то вот, что-то твое, что-то про то, что у тебя родилось. А, да, то, что у тебя родилась дочь. Это было... Слушайте, ну... Ты очень закрытый. Почему? При том, что мы-то тебя знаем как человека веселого, жизнерадостного. Душа компании. Да, выпивший ты вообще просто чудо. Нет ощущения, что вы путаете понятия. Ты говоришь, что я закрытый, а ты говоришь, что я положительный. То есть это как будто разные вещи. Для медиа ты закрытый. А потому что... А в Евродоме, посмотри, что творит. Ну, во-первых, я там выпивал. Так я про это и говорю. Во-вторых, если так посудить, ну о чем мы там вытворяли? Мы же там сходили с ума, исполняли... Ну, пацанскую мечту. Смотрели футбол, веселились, наслаждались жизнью. Если так, ну, вдуматься, ничего ж такого мы там и не творили. Да, но это было так весело. Так, это так было по-летнему. Весело, да. И мне кажется, что вся проблема закрытости некой, о которой вы говорите, в том, что все интервью, на которых я бывал, почти, они были отвратительны. Сегодня... Да простят меня все интервью. Сегодняшний подкаст не будет исключением. Я имею в виду, что ты пришел на канал с названием «Шляпа». Не, ну когда тебе задают такие банальные вопросы, ты на них банально отвечаешь. Мне кажется, вот я... Давай банальный вопрос, который тебе задали, и ты такой, блин, опять. Ну вот смотри, все, что касается, например, шоу импровизации. Вот нашему шоу 6 лет. И 6 лет нам задают... Вот не то, чтобы есть что-то про импровизацию, чего не спрашивают. Ну, значит, надо смириться с тем, что, возможно, эта сторона нашей жизни, она не обладает какими-то такими потайными историями, о которых надо спрашивать. И поэтому все вопросы. Ну, а как появилось шоу? Ну, а вот, а что вы делаете на гастролях? В принципе, там... А как вам как звезды? Вы попали в YouTube, как вы попали, как вы стали комментатором? Ну, вот типа да? того, да. И когда у тебя на эти вопросы есть абсолютно банальные ответы, типа, ну, вот так. Или вот так. А что люди ждут, что типа я скажу, да я там, не знаю, в наркотическом угаре через постель попал на ТНТ, такой истории. Ну, если бы хотя бы в одном интервью это было, это уже был бы скандал какой-то. Единственное интервью, которое я бы рекомендовал к просмотру, мы были с моим товарищем Романом Косицыным у Карена Адамяна в 50 вопросах, которые он решил выпускать не в Ютубе. Чтобы все увидели. Глупости, да. Ну, потому что он очень ценит свой контент, и только ограниченный количество лиц. Но меня удивило, что там было прям несколько вопросов, которые я не понимаю, откуда он это выяснил.
И он мне, естественно, не признался, но он мне задавал вопросы, на которые было не так просто ответить, но я был готов к этому, потому что, ну, окей, я, то есть у меня нет таких тем, которые я не готов обсуждать. Просто их не спрашивайте, я ж не буду сам говорить, слушайте, а спросите-ка меня. Это было прикольное интервью, я потом ему говорю, как ты это выяснил? Он говорит, ну, там. И я уже думаю такой, так, ладно, надо подумать, с кем он из тех, с кем общаюсь я, мог это обсудить. И я так и не понял. Это класс. Хитрец. Как всегда, у нас есть шляпа, в ней темы, и мы сегодня не столько про вопросы, сколько про интересные истории. Вот, ну, попробуем, попробуем. Давай, любая шляпа, любой выпуск шляпы — это раскрытие героя через его историю. Бумажки. Через историю. Сама шляпа поведет разговор. Мы ничего специально не готовим, кроме того, что... Я уверен, что первая бумажка будет, конечно же, как ты попал в импровизацию. Там, когда пришел... Ну, я ж не зря сюда шел. Футбол и Евродом. С этого начнем. Да, хоть ты обещал, что будет не про спорт. Это единственный вопрос про спорт, и его придумал Ну, не то, что придумал. Я просто был немножечко соучастником. Я так в гости приезжал парочку раз и видел, что там творился действительно классный вот этот вот угар, но прям классный, футбольный, пацанский. Расскажи какие-нибудь истории, которые, возможно, оставались за кадром. И хочется про кучу людей узнать. Можно я про бабло? Сколько стоит давай. Евродом? Вот в Катаре наверняка же будет тогда уже, получается, World Dome. Ну, во-первых, про Катар все очень сильно зависит от нашей сборной, конечно. Потому что если туда не поедет сборная России, я вообще не уверен, что поедем туда мы, да, потому что станет ли так интересно нашим партнерам и друзьям отправлять. Не, ну точно это будет инфоповод, чемпионат мира, но, конечно, когда там нет России, это совсем другая история. И Евродом тем более это показал, потому что как только сборная России вылетела, конечно, общий интерес вот этой вот массы людей, которая следит не столько за футболом, сколько за шумом вокруг сборной, ну, конечно, резко подупал. И плюс еще очень негативный результат, то есть одно дело вылететь там, не знаю, в четвертьфинале чемпионата мира, еще можно по инерции досмотреть. Во второй половине турнира грустные гости приезжали. Ну, такое было чуть-чуть, что типа... Как будто бы нельзя веселиться, ну не очень как-то. Но есть же такое, да, что вот этот вот любой крупный футбольный турнир, он делится на две части. Та часть, в которой мы сопричастны непосредственно вот с этим ожиданием, что мы болельщики и так далее, и потом, когда, ну, уже прям только футбол. Дим, сколько стоит Евродом? Дорого стоит Евродом, я не могу, к сожалению, раскрывать, но я думаю, что все, кто его видел и все, кто туда приезжал, понимают, что это было дорого. И это не секрет. Часто, когда мы делаем какое-то производство, такое телевизионное или интернет-производство, мы чуть-чуть обманываем. Ну, условно, мы делаем вид, что, допустим, там живем, а на самом деле приехали, сняли, там вечером разъехались и так далее. А тут было чуть иначе, потому что, ну, несмотря на то, что периодически приходилось уезжать, да, но по большому счету мы там прям жили. То есть ко мне туда семья приезжала, там дети периодически там со мной неделю жили. И, соответственно, иногда были какие-то съемки, иногда мы просто смотрели футбол, тусовались, приезжали просто наши друзья, никакие не медийные, никто. И вот в один из, значит, из таких дней мы посмотрели вечером футбол, что-то побегали, поиграли. И все, мы уже сидели на веранде, отдыхали, а у нас в гостях как раз были вот молодежь, тиктокеры. Они что-то, ну, короче, решили... Через популярную соцсеть. Да, ночью они говорят, что-то пойдем попинаем мяч. Хотя там не было такого света, чтобы пинать мяч. А мы сидели на веранде. Это было, наверное, уже, ну, типа полвторого ночи, что-то такое. И они бегают по площадке, мы что-то сидим, болтаем на веранде. И оттуда я слышу крик, что, типа, ворота горят. Какая первая идея? Ну, первая идея, что футбольные. Да, футбольные ворота горят. Наверное. Типа. Ну, что случилось? Ну, вообще, даже так. У меня первая идея, что они какой-то, блядь, ТикТок снимают опять. Ну, типа, знаешь, ну, как будто это, ну, часть реакции, вот, какой-то движухи. Какая-то шутка, какой-то, да, видеоприкол. Маска в инсте, ворота горят. Да, или, может, там, знаешь, они еще такие, типа, они как из этой, из уличного футбола, типа, они красуются там, что-то бегают с голым торсом. Я думаю, может, это какое-то выражение. Крутой гол забил. Горишь, когда ты на спине кто-то. Да, 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 такой, ворота горят. Ворота горят. А потом я вижу, а получается мы на веранде, вот так перед нами поле, а вот там вот один из входов на эту территорию, там их несколько было, и я вижу, что они бегут туда. И я вскакиваю, типа, ну я понимаю, что, ну, какая-то суета. И мы вот так вот выбегаем, а там ворота, которые вот, ну, въезд на территорию, они уже до середины в огне. Они металлические просто, да? Ну, там какой-то пластик, металл, да, типа. Но прикол-то в том, что вся эта, весь этот комплекс, он находится, ну, по большому счету, в лесу. То есть там вокруг частные дома и лес, лес, лес. То есть за нами деревья, на территории деревья. То есть в твоей голове сразу сейчас
как за занавеской, потом весь дом, а потом но весь это, лес. Ну, это абсолютно был вопрос, то есть я понимал, что, знаешь, там, ну, блин, нам сколько лет, мы уже примерно понимаем уровень опасности, я понимаю, что вот ворота... Инстинкт самосохранения там, в этот момент работал. Да, в 15 метрах стоит уже первый дом, который тоже сделан там, ну, он весь деревом обшит. И это лето, то есть я понимаю, что это, ну, вопрос времени, потому что, ну, явно ворота горят неестественным образом. Ты начал так, типа... так, ключи, где машина, может быть, так, документы? Не, у нас случилось вот это вот, типа, легкая паника, что надо что-то делать. Мы быстро, естественно, начали это все там тушить. Там, слава богу, мы уже там, ну, жили давно и знали, что как раз недалеко шланг для полива. Мы оттуда начали все тушить, а мы чувствуем, что запах, ну, жесткий, вот, соляры какой-то, то есть. И, видимо, как ее разливали, вот так еще потом мы открываем эти ворота, а туда огонь вот так на дорогу, типа, выходит. Мы выбегаем на эту, типа, небольшую улочку, а там, по сути, ну, дорога одна. Туда-сюда, ну, естественно, никого не видно, ничего не видно. А там еще, видимо, дома, они такие, ну, типа, дома выходного дня. То есть там, по большому счету, дачи, люди, да, не живут. Да. Да, туда приезжают на выходных. Там нет такого, что вот в постоянном режиме просто живут люди. Ну, и мы понимаем, что все дома вокруг, там просто ни света, ничего нет. А эти, значит, молодежь, типа, надо драться, режим искать. Я эту историю узнал с видосов, которые мне скидывают вот так вот записанные в себя. Там крапы были как раз, прокопы. Да-да-да. Они вот так вот снимают, типа, сейчас, короче, нам кто-то поджег ворота, сейчас мы разберемся. И они выходят, и они, типа, как мне потом рассказывают, в рассыпную, в разные, ну, вот в разные стороны, да. Мы сейчас всех накажем, мы сейчас всех... И никого нет вообще. Естественно, 2 часа ночи. Не, ну там была идея, что, типа, знаешь, там такие везде кусты, типа, понад дорогой, что кто-то мог просто, типа, в кусты. Хотя, ну, первая была идея, что можно в любой двор сигануть через, ну, забор, да, и там ни людей, никого. Но надо было, знаешь, типа, поискать, побегать. Мы разбудили там этого чувака, который занимается этими домами. И вот это меня больше всего поразило, что он вот такой, типа, выходит. А он, ну, такой чувачок. Ну, прям чувачок. Ну, вот прям... На лайтике, да? На лайтике. Он вот так вот, вот все время ходил. Он, бля, я столько историй про тачек ни от кого не слышал. Он каждое утро начинал с истории про тачек. Как он ездит. Ну, прям, с ночью. Вот, прям пацан такой. И он вот так вот выходит, типа, с голым торсом. Я говорю, типа, подожгли, ну, нас. Он говорит, блядь, опять? Так, типа... Я говорю, в смысле опять? Он говорит... Ну, и потом он рассказывает, что, короче... Эти дома, там все-таки часто происходят какие-то свадьбы, корпоративы, какие-то движухи, видимо, они шумят. Ну, им иногда предъявляют претензии. И он говорит, и однажды нас уже поджигали, типа. Я говорю, ну и как, норм? Я говорю, ну то есть, если кто-то предъявляет претензии, надо либо, ну, как-то придумать, что делать с шумом, либо договориться с этими людьми, потому что у тебя, говорю, 4 дома деревянных, это сгорит, ну, типа, вот я говорю, в 2 часа ночи, ну, да, если бы мы все спали... Ну, или вообще бы не было никого, ну, да, то есть, да, условно. Я говорю, может, камеры какие-то есть? Он говорит, да что, ну, камеры, что? Я говорю, ну, в смысле, что? Ну, даже, говорю, просто если висит муляж, человек, ну, лишний раз подумает, типа, а так... В лесу, в Подмосковье подошел, облил ворота, поджег, куда-то спокойно убежал, типа. Он говорит, все, завтра, типа, порешаем. Я не знаю, что он порешал. Почему-то он говорил, что одна бабка это, типа, вот одна бабка вот против. Я как раз подумал, что, скорее баб... всего, когда кто-то шумит против, ну, бабки. Бабки, прям вот не дед, да? Не дед, ну, прям спит. А вот бабки... Дед прям, который скажет, да... Не пойду никуда, знаешь, вот, типа, слушайте, я как человек, как вы меня характеризовали вначале, закрытый и позитивный, у меня, конечно, не может уложиться в моем мироздании, что можно кого-то поджечь. Что можно прийти и, типа, ну, окей, ты чем-то недоволен. Но в худшем случае пентаграмму на асфальте сделай. Ну да, ну разговаривай, не знаю. Ее поджечь. Полицию вызывай, еще что-то. Ну поджечь людей, ты понимаешь, что там люди. Ну то есть это хрен с ним дома. Ладно, окей, ты хочешь отомстить человеку. Страшно. Не то, что окей, но типа хорошо. Ты хочешь отомстить человеку, портишь его имущество, типа. Какая-то в этом отвратительная, мерзкая логика есть. Ну поджечь людей, там было человек 20 в этот день. Ты знаешь, я всегда поражался тому, как люди, вот они... Я понимаю, что ты можешь помешать почти всем, но как они пытаются выйти из этого положения? Они не приходят и не говорят, ребят, можно потише. Как правило, люди после какого-то возраста действуют прям радикально. Прям вот супер радикально. Поджигают. Я столкнулся с этим, знаешь, я жил в доме, в панельном доме на Ярославском шоссе. Я слышал вообще все. Вот вообще все, что происходит вокруг моей квартиры. И там была женщина, прямо над нами жила, к которой приезжал внук. И этот внук, видимо, у него там был евродом. Потому что он один создавал шум, ну, который заставлял меня взяться за спички и поджечь им квартиру. Вот, я пришел, попросил, ну, просто хотя бы бегать потише. Ну, ребенок, я понимаю, просто потише. И эта женщина сказала, у меня нет внука. Нет никакого внука, и закрыла передо мной дверь. Я такой думаю, блин,
наверное, я сошел с ума. Значит, не... значит, это сама бабка бегает, наверное, там, короче, и так далее. И вот в какой-то момент моя жена ехала в лифте, и там была эта женщина. И она ехала вместе с внуком. Да, это хорошее, да, хорошее. Ну, это прикольно. Настя зашла в дом и говорит: я сейчас видела бабку, которая над нами живет, она была с внуком. И ты подумал, что вообще мир издевается. Я говорю, наверное, только ты его видела. Возможно, это никакой не внук. Они не говорили, что твоя жена — это баба. Вот, и потом был дикий скандал, и мы пришли туда уже вдвоем. И реально, внук. Вот внук, и она, вот он сзади нее стоит, и она говорит: у меня нет никакого внука. А он стоит у нее прямо за спиной. То есть она настолько отрицала существование внука, что не исключено, что сама в это поверила. Лишь бы только не разбираться с соседями. Это ужасный кейс, который я бы не хотел, чтобы повторился. Мы, к сожалению, не могли. Мы хотели, чтобы о Евродоме узнало как можно больше людей, чтобы туда приезжали друзья. И мы не могли говорить, что нет никакого Евродома. Дим, Евродом — это же общага. По сути, общага длиной в полтора месяца. Летний лагерь. Летний лагерь. Там же были что-то такое. Слушай, ну там, понимаешь, роман, часть интрижки. Людей, смотри, часть людей там сильно была задействована в процессе, потому что я кайфанул, сразу говорю, мне все очень понравилось, но я, конечно, постоянно был в придумывании, в съемках, подсъемах, каких-то там съемках интеграции, переписки с гостями, потому что не хотелось, чтобы, знаешь, там гостевой менеджер отправлял. Мы вот прям хотели, что я вот прям пишу всем, приглашаю, там что-то согласовываю, поэтому, ну, мне в целом еще некогда было, плюс там какие-то еще другие дела уезжал. А те, кто там жил регулярно, там и операторы у нас жили там вот прям месяц, там администраторы и, там и так далее. Да, мы наблюдали, что у них, по-моему, даже там какие-то типа... Давай, сам... Ну, блин, люди месяц там живут вместе. Там точно был какой-то роман прикольный. Слушай, ну мы один роман, я не могу его раскрывать, потому что он не подтвердился, но мы его все время разгоняли, и люди об этом знают, мы все время их подначивали, что типа... Я сидел рядом с Русланом Белым и Юлией Ахмедовой на финале чемпионата Европы в Евродоме. Моргни, если это они. А, нет, Юля, кстати, первый раз приехала в тот день, она, получается, была один раз. И их разгоняют везде, не только в Евродоме. Не, ну там вот операторы у нас были, там и девчонки, и пацаны, так, мы все время веселились. Хорошо, давай, ты не называешь имена, но можешь рассказать, что произошло? Блин, ну это же видно, что вот ты просто в какой-то момент, там были ребята, они, которые знали друг друга. Да, то есть они приехали уже друганами там какими-то, а кто-то прям там познакомился, и мы видим, что у них... В какой-то момент уже появляется некий свой мир. Uh-huh. Они что, приходят вместе на обед, там, когда у них свободное время, они вместе тусуются, так. Вместе выпивают. И потом мы смотрим, а они уже такие что-то там, типа, какие-то тыры-пыры, уже что-то гуляют, уже что-то загорают там днем, типа, когда свободное время. Но, по-моему, ничем это, к сожалению, не закончилось. Хотя мы как могли подначивали. Но у нас был просто еще отдельный дом, где вот, ну, прям наш костяк. И там, понятно, в нашем доме, ну, было не до этого, там все работали. А что там происходило? Получается, эти ребята очень ждут, чтобы Россия вышла на чемпионат мира, чтобы они вновь могли... Только уже в другой стране. Да, в другой стране. В которой ничего не... Я бы хотел это повторить, потому что, когда мы это придумали, это выглядело абсолютной утопией. Мы это придумали еще, когда чемпионат... Мы сначала придумали поехать на чемпионат Европы, когда он должен был быть по-нормальному до пандемии. Разгоняли эту идею, его отменили, все перенесли. Мы придумали эту идею, она у нас что-то не срасталась. И вдруг, буквально там за пару месяцев до Евро, мы вдруг о ней вспомнили. Нас поддержали, за что огромное спасибо. И уже даже когда мы пытались это запустить, мы не могли поверить, потому что дом очень трудно было найти. Но мы его искали, мы понимаем, что уже лето, уже все, мы приезжаем, мы в таких бандитских домах были, пацаны. Там просто, там в одном доме был подземный туннель из дома в гостевой дом. В котором по-любому кто-нибудь, да? Вот, ну как, да, еще же хочется, знаешь... Из фильма, «Наркос Мексика». Мы ж такие, мы типа, мы пацаны, к нам приедут друзья, хочется прикольно. А ты приезжаешь, а там дом, ну вот тут, ну я извиняюсь, ну вот там только... со шлюхами люди отдыхают. Ну, то есть там вот такие дома. Но тебе не хочется... Причем конкретно в этот момент, когда посмотреть приехали. Ну, в том числе. То есть еще нам иногда говорят, ну и как бы мы вам отдаем вот эту часть дома, а тут еще будут тусоваться. Ну, блин, ну это невозможно. Ну, так не должно быть. Ну, блин, ну приедь, вот вы приедете, мы будем там этим футболом, там, как-то, я не знаю, воодушевлены и все. А рядом вот просто будут люди, которые там в субботу приехали еще... за город. И между ними подземные туннели. Мы будем тусоваться... Адские истории. Адские истории от Дмитрия Потта. А что такое адские истории в вашем представлении? В нашем представлении, знаешь, вот Женя Медведева задала нам прям
прям очень высокую планку адских историй. Ты хочешь рассказать про японца? Да, у нее там было две. Одна про японца, который молился на нее в лифте, пока они ехали в лифте в Японию. Ну, видимо, да, на колени упал и начал прям да. молиться. А, да? А вторая история про то, как она спешила на тренировку, а у нее на заднем дворе обнаружили расчлененный труп. Ну про трупы я вам вообще легко нарассказываю, это вообще не проблема. Давай про трупы. Что ж, у нас все равно нет монетизации. Дело в том, что, ну, я всегда говорю, что в моей жизни такой триптих из умирающих людей случился. На каком-то втором курсе я шел просто куда-то тусоваться и увидел, что чувак, ну, такая была аллея между двух дорог. Я шел вот с этой стороны, получается, тут проезжая часть, и вот тут еще такой небольшой скверик. И я вижу, что дождь какой-то такой шел. Я вижу у дерева, ну, вот все вот так вот, типа, тип. И я не знаю, почему я вдруг подумал, что он не пьяный. Хотя, ну, это было похоже, что просто чувак, типа, ну, сильно нарезался. Напился. А он как-то так неестественно сидел, вот, ну, как будто как бы загрузился, да. Я перешел, типа, дорогу, мы с каким-то чуваком шли. Оказалось, ну, он, типа, он выпил, он был очень пьяный, но ему стало плохо. Мы вызвали скорую, типа, все, спасли. Вторая история, что... Я сейчас... Вы поймете, к чему я веду. Вторая история, я, типа, уже жил чуть на другой квартире в Воронеже, я вышел на балкон покурить, опять дождь, и получается так, что между двумя домами какая-то такая площадка, я не знаю, что это вообще, просто там земля. И там вот все так размыло, грязюка, типа, идет чувак, и просто его так шатает, и все, в какой-то момент падает, и все, и лежит. Опять я спускаюсь, типа, и стоит скорая. Я подхожу к нему, и я понимаю, что он, ну, пьяный тоже, типа. Но, опять же, ему очень плохо, ну, то есть, это не тот пьяный, который, ну, пьяный и пьяный, я понимаю, что он тут замерзнет сейчас, и все, типа. Я скорой говорю, заберите его там, или вызовите кого-нибудь, она говорит, мы приехали к ребенку на вызов, нахер он нам нужен, типа. Сейчас, говорит, вызову другую скорую. И все, и вот третья история, я уже такой, ну, все, в моей жизни, если я кого-то решаю спасти, но он, оказывается, просто пьяный, типа, ничего страшного. И вот однажды я уезжаю вести свадьбу в какой-то город, блин, в свой родной, в Старый Оскол, кстати. И с другом, значит, мы едем туда, я отрабатываю свадьбу, мы возвращаемся уже, получается, ночью в Воронеж, ну, типа, мы приезжаем там часов в 12 ночи. Он меня подвозит к моему дому, типа, в Воронеже. А дом, ну, такой. Это уже была моя квартира, ну, прям дом, в котором лучше во двор не выходить. То есть там либо бабушки, либо прям вот, ну, персонажи. И все, он меня высаживает, получается, по над дорогой и уезжает дальше. Я подхожу к подъезду и вижу, чувак, там такой небольшой палисадник, и он прямо у заборика, ну, лежит. Я думаю, ну, третий пьяный в моей жизни, которого надо спасти. Я подхожу и понимаю, что, блин, а признаков вообще никаких. Ну, типа, он прям лежит. Я думаю, блин, надо вызывать скорую. Вызываю, значит, скорую. И они мне потеряли. Ну, дальше я сглупил. Потому что они меня спрашивают, а это суббота, ну, типа, свадьба была, типа, вечер субботы. Они мне говорят, а чё вы звоните? Я говорю, я вот подъехал к подъезду, вижу, значит, молодой человек, я вижу, что он, ну, не старый, ничего, типа, ну, лежит. Она говорит, ну и чё с ним? И я по своей глупости, вот я не знаю, почему я не среагировал, я же был в ординатуре, то есть я уже закончил даже институт. Надо было, конечно, сказать, что ему плохо, а я сказал, да, по-моему, ну, он умер. А они решили, наверное, что, ну, раз он, по-моему, умер, можно не спешить. Ну, хотя я не говорил, что я врач. То есть они, получается, мне просто поверили. Она говорит, ну хорошо. Я говорю, ну хорошо. Она говорит, ну вы понимаете, что вам надо нас дождаться. Ну, типа, мы не можем приехать вот типа в какой-то двор, искать его, где его там искать, типа. Я говорю, ну да. И у меня в голове, ну, это вопрос типа 15 минут. Я начинаю ходить, что-то курю-курю. Раз подошел, два, ну понимаю, ну он прям умер. Ну, это бессмысленно даже. Я все, ну, типа, проверил. Понимаю, что сильно его двигать нельзя, все. Нет скорой полчаса, час, полтора часа нет скорой. Я просто уже в ахере. То есть, я думаю, блин, подняться, ну, типа, домой. Не звонил еще раз? Ну куда, блин? Ну что, я это же не, знаешь, ну, на горячую линию попаду. Пошел, что-то курточку взял. Вроде лето, знаешь, что-то. Жена говорит, что, ну, типа, что там происходит? Я говорю, ну я вызвал скорую, говорю, ну все, типа, нет скорой. Одна в соседний двор проехала. Какой-то тип шел, говорит, ну, есть закурить. Я говорю, есть. Он говорит, что случилось? Я говорю, вот чувак умер. Он говорит, ну понятно, дальше пошел, блин. Короче, я ждал 2 часа скорую. 2 часа. Блин. Приехали? Приезжает скорая. Да хер с ним приехали. Приезжает скорая. Выходит вот так чувак, типа. Ну, явно, вот, ну, медбрат, аля, типа. Вот, а уже, ну, типа, 2 часа ночи. Он так выходит, говорит, ну, что тут? Я говорю, ну, вот, наверное, все, представился. Блядь. Ладно, ща. Водили, говорит, посвети мне сюда, пара, типа. Блядь, российская медицина, адская история. Ну, я просто еще и как врач это, конечно, все вот испытываю, ну, по ту сторону баррикад. Он, значит, типа, разворачивается, светит туда фарами в этот палисадник.
И он мне говорит, давай своего друга, переворачивай. Я говорю, ты чё? Я говорю, не буду ничего делать. Он говорит, а кто будет? А я, ну вот прикиньте, я уже 2 часа жду, приезжает вот этот тип, и мне говорит, своего друга переворачивай. За 2 часа, в принципе, вы подружились. А я еще понимаю, я еще, у меня друг работал в судебно-медицинской экспертизе, ну, не считая того, что я хоть чуть-чуть, но знаю какие-то там медицинские законы. И я еще ему набрал, типа, за это время. Он говорит, ни в коем случае его никуда не перемещай, ну, типа, не тащи. Это может быть просто уликой. Ну, конечно, да, ты уже, говорит, если убедился, что ну все, типа, ни в коем случае ничего не делай, потому что потом хер что докажешь. Ну, типа, ты ж не видел этого ни момента, да, ничего, да. Типа. И тут этот говорит, давай, там, переворачивай, неси его. Я говорю, в смысле, блядь? Он говорит, я говорю, во-первых, я даже не знаю, кто это, типа, я вот, ну, случайно нашел. И он говорит, и вдруг он начинает, ну, типа, как-то грубо со мной разговаривать. Типа того, что вот, ну, я не знаю, как будто в его голове, что мы вот вдвоем где-то бухали в этом дворе, типа. А, этот ну, что-то там откинулся, да, типа, хочешь. Я решаю сливаться, блин. Хотя даже если это да, так, ну, странно, что он меня как бы, ну, типа, привлекает к этой деятельности, типа. Я говорю, бери, что-то делай. Он говорит, блядь, вот так, говорит, третий за вечер. Я говорю, ну ладно, все, типа, угомонись, давай, говорю, что-то решать. Я говорю, во-первых, 2 часа уже жду тебя, ну, мне надо уже подниматься. Он говорит, не, говорит, будем ждать ментов. Я говорю, все, блядь, я говорю, из этой движухи, я говорю, выскакиваю, я говорю, 2 часа ждал вас. Я говорю, сейчас еще мы будем ждать полицию, я говорю, я сейчас поднимусь. Ну, говорю, ну, наберите мне просто, я спущусь, типа, я никуда не, я говорю, на твоих глазах зайду в эту, типа, я говорю, могу оставить, там, не знаю, с фотками, ну, еще да, что-то, ну, ждать еще полицию, типа. В итоге он, я вроде уже уходить, он опять говорит, нет, давай его сейчас будем, типа, перемещать. Я говорю, да отвали ты от меня, ничего не буду перемещать. Он начинает со мной ругаться, ему говорю, я врач, типа, ты что, говорю, до меня докопался, ты что думаешь, я не знаю, что не надо его перемещать. Я говорю, не хочу в этом участвовать вообще никак. В итоге все, я пошел, типа, наверх, и через 1.5 часа мне позвонил полицейский. Я говорю, что спускаться? Он говорит, ну а вы там что вообще? Ну, типа, как к этому причастны? Я говорю, да никак, я просто, говорю, приехал домой, лежал чувак, я говорю, вызвал скорую, решил, ну, типа, знаешь, да, ну, поучаствую. Потому что я говорю, я когда еще, говорю, вызывал скорую, ну, я, как бы, говорю, подумал, что он умер, ну, мало ли, типа, может, я что, ну, там, примерз еще, может, я проверил плохо, типа. Это уже потом, говорю, когда я 1.5 часа, типа, ждал, тут уже, да, я уже понял, как бы, да, что без вариантов. Он говорит, ну, ладно, говорит, там, завтра наберу, типа, данные свои оставите. В итоге получилось, что 2 раза, когда мне казалось, я спасаю жизнь, я наткнулся на пьяных, а 3-й раз, когда я хотел спасти жизнь, было поздно. Но это, конечно, человек тоже, ну, типа, полублагополучный, почему я эту историю, может, слишком весело рассказываю. Надо следить за собой и, конечно, не совершать таких вещей. Она же не про это, она про то, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Мы прилетели в Пермь на концерт, ну, обычно все, обычно стандартная история, концерт. Сейчас мы после концертов стараемся там не контактировать с публикой, потому что, ну, понятно, эпидемиология и так далее. У нас всегда микроавтобус, который везет нас с площадки в отель, ну и, собственно, перемещает нас везде. Все, мы садимся в этот микроавтобус. Микроавтобусы бывают разные. Бывает, у которого дверь открывается, типа, как в купе, и она открывается автоматически из автобуса. Бывает, ну, обычная, типа, вот открыл и все. Мы останавливаемся на светофоре, открывается дверь микроавтобуса, заходит чувак, а мы сидим, но у нас всегда впереди сидит там водитель, с нами еще ездит там директор, а ее не было в этот раз. Сидит звукарь, а мы все, типа, чуть подальше. Но я всегда ближе, там, первым местам. Поэтому я прям вижу, как он заходит. Открывается дверь, он заходит и говорит, это, пацаны, мне спросить надо. Водитель просто в ахере. Ну, типа, это просто на светофоре. И молчание, да? Ну, то есть... Он говорит, выйди из машины. Типа, он говорит, да, бля, подожди, надо спросить у пацанов. Он говорит, выйди из машины. Да все. И он начинает, ну, заходить прям в автобус. Ну, в этот момент ты понимаешь, что, ну, типа, вот, а что за намерение у чувака? Ну, вообще, мне, в моей голове все, типа, тип, который на светофоре вышел из своей машины. Он на машине ехал за, типа, за автобусом, открыл двери, заходит в твой автобус, у него стол. В голове может быть все, что угодно. Типа, ну, естественно, нормальный человек, же самое плохое. Так очевидно, не делает, да. Ему звукарь начинает, типа, выйди, 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 выйди. Он, типа, да я спросить, типа. В итоге все, ну, типа, там еще, наверное, движение, ну, начинается, как-то уже водитель нагнетает, что, типа, ты аварийную ситуацию создаешь. Все, он выходит, мы начинаем ехать, и водитель в какой-то момент говорит, ну, он нас преследует, типа. Так.
Мы, ну ладно, типа, водитель еще такой, сейчас я там сверну, там, и говорим, бля, ну это какая-то херня, типа, ну что мы сейчас будем, блядь, как в фильме, по каким-то дворам возвращаться, ну похер, все, преследует, ну мы сейчас можем час от него, типа, ездить и не уехать. На всякий случай спросим, в каком-то городе было. В Перми. Перми, да. Угу. А, мы говорим, все, вези нас в отель, на крайний случай, ну типа, там есть охрана в отеле, там, ну поговорим, что делать. Мы приезжаем в отель, мы его не видели, как он там за нами приехал или не приехал. Мы подъехали, выходим, заходим в лифт, начинает закрываться дверь, появляется этот тип, вот так вот, типа, дверь, и начинает заходить в лифт. Пацаны, типа, которые ближе стояли, говорят, ты куда идешь? Я сейчас с вами доеду, мне, ну, надо спросить. Они говорят, ну, не надо с нами ехать. Да мне спросить, понимаете, мне спросить. Они говорят, выйди из лифта. Нет, все, дайте я спрошу. И что ты, блядь, хочешь спросить? С ребенком сфоткаетесь? Они говорят, какой, ну ты один вообще, никого нет, ни ребенка, никого, типа, вот как твоя бабка, да. У меня нет внука, типа. Он говорит, а что, трудно сфоткаться? Он говорит, да с кем сфоткаться, типа, ну ты просто, вот ты, блядь, нас догнал, сначала один. Там, теперь здесь, да, типа. Я сейчас, типа, и ну что, трудно, что ли, сфоткаться с ребенком, типа? Он говорит, все, выйди нахер из лифта, типа, ну все, я понимаю уже, ну прям конфликтная ситуация. Он, типа, выходит, мы поднимаемся наверх, надо идти, типа, ужинать. Мы спускаемся вниз, я первый спускаюсь, вижу, он стоит, типа, по телефону базарит, что вот такой-то отель, подъезжай. Бля, странно, он ребенку, ну, типа, подъезжай. Да. Что за ребенок, блин? Мы садимся ужинать, в какой-то момент просто подходит чувак, с ним пацан лет 16. Явно, ну, вот, то есть, ну, еще у нас как-то в голове, видимо, сработало, ребенок, сейчас приедет какая-то девочка. Ей лет 13, вот папа хочет, чтобы там, ну, пусть вот такими методами, но хрен с ним. А тут еще у нас какой-то слом сознания, знаешь, ну просто вот, ну, здоровый уже чувак, ну, типа, который, по-моему, даже и не знает, там, зачем это ему, типа, да. Как будто ему батя очень хотел, ну, показать, как он решает вопросы, типа, а это, знаешь, а в Перми это платформа, да. Город Пермь прям на этом построен. И он вот так, типа, подходит к столу и говорит, типа, ну вот, ребенок, надо сфоткаться. А он прям вот так вот, типа, базарит. И пацаны начинают говорить, что, типа, нет, чувак, ну это какая-то херня, типа. И дальше он кидает фразу, типа, а что, сложно, встали, сфоткались. И я понимаю, ну все, сейчас, ну это конфликт, типа, ну уже все в накале, типа. Ну да, да. Я вот так поворачиваюсь к нему, я говорю, слушай, ты зачем себя так ведешь? И дальше начинается диалог, вот, который меня и повеселил, и удивил, и разочаровал, и вообще просветлил. Я ему говорю, ты зачем себя так ведешь? Он говорит, как? Я говорю, ну, чувак, ну ты просто ворвался к нам в автобус, потом в лифт. Сейчас, говорю, просто пришел за ужином, вот так говоришь, и чё? Я говорю, ну ты считаешь это норм, типа, на светофоре врываться в автобус? Он говорит, ну я спросить хотел. Я говорю, блин, братан, ну, я говорю, ты просто как бы, ну, прикрываешься детьми, вот, типа, ну что это ты делаешь для детей? Вот я говорю, я тоже взрослый человек, у меня двое детей. Ну, нельзя делать любую херню, типа, и говорить, что это, ну, потому что ради детей, типа. Так я не, он говорит мне, а я не пойму, а в чем проблема? Ну, я хотел спросить, я спросил. И я понимаю, что, блядь, мы на таких разных вот этих точках старта, знаешь, типа, мы никогда не придем в точку соприкосновения. На разных языках. Ну, знаешь, абсолютно. Ну, то есть, знаешь, как я ему объясню, что он ведет себя странно, если он, вот не то, что он говорит, ну, у меня не было там выбора, или типа, да иди нахер, это, типа, то есть... Он просто вот, он просто мне задает вопрос, а что такого? Я же просто спросил. Я же, да, я, ну, ворвался в автобус, преследовал вас всю дорогу, зашел в лифт, подошел на ужин. Я очень хочу просто, чтобы вот, насколько это страшно, когда ты сидишь в автобусе, ты понимаешь, ты в замкнутом, и просто к тебе на светофоре заходит человек. Ну, так да, да. Ребят, нас наверняка смотрит Пермь, да? Вот, просто объясните, что в этом такого? Так нет, самое главное, я жду комментарий от чувака под выпуском, а что такого? Вот с моей, представьте, допустим, он знал, что он идет к нам в автобус спросить фотку типа, с ребенком. Но, блин, ты себя, ты баклан, у тебя, если это твой ребенок, тебе лет 40. Ну, явно, лет 40. Наверняка. Вот ты представь, что ты стоишь на светофоре в своей машине, открывается дверь в твою машину, с супер благими намерениями, чувак, у тебя что-то хочет спросить. Ну, ты же просто, первая твоя реакция, что происходит вообще? Да, 100%. Это и одновременно и страшно, и удивительно, и вообще все, что угодно может быть. На светофоре к тебе просто в тачку врываются, типа. И ты после этого говоришь, ну, а что такого? Сейчас будет очень популярный за последние 10 минут вопрос. Можно спросить, Дим, а вы в итоге сфоткались в итоге? Мне показалось, тогда придумал классный ответ, который он, надеюсь, не понял, а сын, надеюсь, понял. Я сказал... Я когда понял, что ну бесполезно, я говорю, я сфоткаюсь.
И потом он так подошел к его сыну, наверное. Я не знаю, может, вообще не сын, может, просто левый ребенок. Это даже не ребенок. У него нет сына. Я ему говорю, я сфоткаюсь, но ты, говорю, постарайся воспитаться чуть-чуть с другими установками. Это идеальная история для «Что было дальше». Открывается дверь, заходит мужик, и что было дальше? Самый прикол, что вот, ну блин, ну доедь молча до отеля, я не знаю, там, ну преследуешь ты нас, окей, не врывайся на светофоре, подойди у отеля. Из автобуса до отеля, да. Типа скажи, пацаны, так и так, вот с ребенком. Вот как говорит классик, ну а что-то такое. А мы вот собираемся в Пермь в ближайшее время, Амкал, мы, я жду этого пацана. Амкал против Амкара? Да. Грандиозная история. Две прекрасные истории, поучительные, и одна, и другая. Погнали. И обе достаточно шокируют. Вообще, да. Не хотелось бы оказаться. О, импровизация, жизнь или сцена, что это значит? Жизнь и сцена. Так. Знаешь, мне кажется, что один из секретов, возможно, я ошибаюсь, но у вас есть прямой контакт с аудиторией. То есть он прямой. То есть вы, ну, практически, например... Ну, в особенности на концертах. На концертах. Когда... Да, я об этом, да, как раз и говорю, потому что многое из-за того, что из того, что происходит на концертах, происходит потом и в эфире же, наверняка. Нет. Да. Ну, это невозможно. Чего? А как это сделать? Ну, вы там что-то на гастролях можно что-нибудь придумали, а потом, да, и потом как-нибудь это воплотить в эфир. Наоборот, наоборот. У нас есть такое правило, что мы его сами себе придумали. Я уверен, что мы бы уже, особенно в силу своего опыта, точно бы вас обманули. Мы бы вот смогли, это и произошло. Я сейчас задаю вопрос, тему, который, да, не тактичный. Но мы когда-то себе давным-давно придумали такую штуку, что когда ты уже что-то играл, ну, там, условно, вот самую взять простую игру, она называется «Сценный шлем». Когда тебе дают какую-то тему, ты выходишь, показываешь какие-то шутки на эту тему. И, допустим, там легко попасть в ту тему, которая уже была. Там, условно, она может повториться там, через какой-то промежуток времени. Происходит странная в голове херня. Потому что ты слышишь тему, ты понимаешь, что ты ее уже играл. И дальше начинается... И как будто бы тебе прям напрашивается уже показать напрашивается, то, что ты делал. Да. Но дальше включается странный механизм. У каждого импровизатора по-разному. Кто-то пытается вспомнить, и все время, которое надо придумывать шутку, стоит и вспоминает. Я же шутил, я же было же, это же было же, блин, это я же тогда удачно. Время просрано. Кто-то пытается все это повторить, как было, а зритель, вот я не знаю как, он интуитивно это чувствует. Даже если не видели. Вот оригинал. Да, вот что, блин, ну что, вот почему-то ты говоришь, а зритель уже так не смеется, типа как смеялся. Плюс для себя мы придумали челлендж, что мы стараемся всячески этого избегать. Конечно, на концертах периодически, ну блин, мы даем в год там 50-60 концертов. Фантазия людей не безгранична, они вообще готовы все кричать только «мэр». Мэр, баня, морг, там тем не так много, которые они предлагают. Мы стараемся уже вот так, и сяк, и отсюда, потому что нам становится неинтересно. Мы же наоборот кайфуем, что мы все время говорим, вот есть музыканты, есть стендап-комики. Как они, блядь, могут 50 раз подряд говорить или петь одно и то же. Я бы сошел с ума. Видимо, в силу своего характера, поэтому мы импровизаторы. Как можно 10 городов подряд выходить рассказывать один монолог? Это же не весело уже тебе. А мы друг друга веселим, нам смешно, потому что это все в первый раз. И поэтому какой нам смысл возить туда-сюда одни и те же шутки? В чем? Ну, тогда это вообще нарушает нашу затею. Тогда нам проще написать какие-то миниатюры, приехать их, показать. Ну, зачем? Если мы там 10 лет этим занимаемся, нам это не нужно, мы умеем это делать на ходу. Тем более, что кто-то на концерте запомнил что-то, привез в Москву, передал креативной группе, они куда-то там себе пометили, через полгода съемки, они эту карточку записали Павлу Воле. Бывает наоборот, что мы на концерте такие, блин, какая была классная тема, вот прям огонь. Вот если бы такую креативщики придумали на передачу, ее бы точно взяли. Так я об этом и говорю, вы можете что-то придумать, ну, да, и потом перетащить. Не конкретно шутка, а может быть вот что-то. Нет. У этого нет такой ценности, нет, да? Нет, у этого нет такой ценности. Дим, а вот давай, вот вас пятеро. Да. Вот ты, кстати, прикольно, что так говоришь. Потому что у нас как бы четверо. Ну, есть. У нас пятеро. У вас же есть всегда пятеро. И в моем понимании это пять человек. Ну ты считаешь. А ты кого под пятым? Ты считаешь всегда пятым кого? Я вот считаю пятым либо гостя, либо Павла Волю. А, нет. Нет, да. У нас есть продюсер, мы его считаем пятым, потому что мы. Который исполняет роль Павла Воли в концерте. Я понял. Да. Ну да, ну нас в любом случае у вас пятеро, так или иначе, даже если я ошибаюсь в каком-то. Давай ты каждого характеризуешь каким-то образом, чтобы люди понимали, какую роль они несут в этом проекте и что.
что это вообще за персонажи. Антоха Шастун, «Бесконечная рефлексия». Да? Да, это человек, который нет ни одной новой игры, нового формата, новой передачи, нового, не знаю, чего-то, который он не встретит в «Стране сомнений». Он сначала съездит в «Страну сомнений», глубоко вдохнет и потом выдохнет так, что услышит весь офис. И это не значит, что это плохо или хорошо. Это, ну, я имею в виду, что это, ну, не короче, зависит все порой от старое, идеи. Все уже старое, я все видел, все. Даже это нет, было, нет, ну просто он все подвергает вот этому сомнению, что типа, а вдруг это не прикольно, а вдруг это... И при том, что если взять весь тот пласт того, что придумано, половина действительно полное говно, половина вообще отлично, шикарно, роскошно, но мне кажется, на все это вначале он среагирует одинаково. А как ломается вот этот барьер? Это коллективно нападает? Зная характер Антона, я думаю, вот интересно, как это происходит? Ребята, я тут такое придумал! Вот, вот. А вы такие, что это? Нет, на все наоборот. Ну, типа, ну, скорее он скажет, что типа, ну, давайте попробуем. Ну, давайте посмотрим. Вы его уговариваете? Сережа, мистер расслабон. Вообще, я... Гусь. Это гусь. Я их всех называю гуси, но гусь там один. Вообще, человек, с которым невозможно поругаться. Но при этом он дает для этого кучу поводов иногда. Например? Ну, я не знаю, мы можем его, это не секрет, мы можем его ждать единственного там на гастролях. Он может там легко что-то забыть, опоздать. Но когда ты начинаешь с ним ссориться, это бесполезно. Ты ссоришься, вот знаешь... Вот, ну, абсолютно, вот, ну, вот эта банальнейшая поговорка, как с гуся вода, что его невозможно намочить. То есть ты можешь на него орать, ты можешь психовать, материться, вообще все что угодно. Он может даже в ответ тебе чуть-чуть подыграть. Но ты понимаешь, что в этот момент его состояние психологическое не пошатнулось. Там как в голове у Гомера Симпсона, да, вот эта обезьяна, которая... Зрачки абсолютно не расширяются, они просто, да, как в пустоту. Да. Мне кажется, он слово «извини» и слово «ты не прав» говорит с одной интонацией. Ну, вообще, абсолютно. В этом его и сила, и все. То есть, и мне кажется, что это все и переносится на все остальное. Он точно не будет там сидеть в сомнениях, в переживаниях там, и так далее. Он скорее сделает и будет как будет. И даже, может, и не будет думать, а как было. Ну, типа, сделал и пошел дальше. Дальше. Ну, Арсений это самый, наверное... самый сложно характеризуемый персонаж для меня, потому что, наверное, я бы его охарактеризовал активный, вот так. Активный, потому что он, наверное, самый подвижный, самый... Это вот, ну, как ты знаешь, во всем проявляется. Это может звучить сейчас глупо, но я легко могу себе представить ситуацию, что я возвращаюсь в отель, не знаю, в 5 утра. А почему я возвращался в отель в 5 утра? А, я не спал, мы были на Дальнем Востоке, и в 5 утра, это по-нашему, типа, вечер. Я что-то там смотрел как раз футбол, и все, типа, в 5 утра вышел покурить, а он просто вот так куда-то бежал. Из отеля. Просто, да? Ну, я на пробежку побежал, не знаю. У меня это... Ну, то есть, пробежка, это для него... Он не будет сидеть в номере вообще, вот там, если есть даже время, как-то попрется обязательно, что-то посмотреть. То есть, если есть вариант, раз, да, несколько, да, часов просто потусить в номере. Да. Он первый, кто вот там автобус останавливается, мы, допустим, долго едем, авто, он сидит всегда сзади, автобус останавливается, он бежит, просто выбегает. Это все, ну, потому что он засиделся. Копил. Да, и мне кажется, что это, почему я взял такой странный пример, потому что это характеризует в том числе его деятельность. Он постоянно хочет, чтобы была работа, были какие-то проекты, движухи, где-то сняться, где-то участвовать, пофоткаться, не знаю, куда-то сходить. Не глупо куда-то сходить, типа, а вот именно что. Вот он без работы зачахнет вообще. А Сережа вообще без работы. То есть, вот смотрите, такой вот, чем они отличаются. Например, там представьте, что нам всем достаются деньги просто так. Сережа будет рад. Арсений будет придумывать все равно, как себя чем-то, ну, как-то оправдать эти деньги. Да? Даже не то, что оправдать. Антон сомневается, это точно деньги. А Антон будет сомневаться, что типа, блин, а вообще, а что с этими деньгами делать? И вообще, а все ли правильно мы делаем? Типа и так далее. Вот, наверное, вот такая история. И Дмитрий Позов. Дмитрий Позов человек, человек, который тоже любит порефлексировать очень сильно, очень. Но делает это, наверное, не на все и больше, наверное, в отношении себя.
То есть мне все, что вот мы придумываем, почти всегда нравится. А именно какие-то свои мне идеи, не нравится, да, что я в этом делаю, как я в этом себя проявляю, как у меня это получается. То есть скорее даже если мне идея кажется сомнительной, ну пацаны, допустим, говорят, вот мы придумали, давай попробуем, я вообще с головой нырну. То есть я даже не буду ее под сомнение ставить, я не буду говорить, что фигово, не фигово. Может потом я типа пойму, что не работает. Но скорее всего загонюсь в секунду, если там у меня ничего не получается, я буду все, блядь, все. Мы втроем женаты, и женаты на друзьях, это важно. И мы все рефлексируем. Ты же рефлексируешь тоже? У тебя есть такое? Безусловно. Я, короче, могу рассказать, я не знаю, у Гера есть подобный пример или нет, но я, как бы, у меня куча примеров, когда из такого состояния меня вытаскивает жена. И она вытаскивает не каким-то женским приемом. Вот перед интервью с Эдом я что-то дико загнался, что мы к нему не готовы. Я прям думаю, блин, это же Эдмо Цибиридзе, чё вот, и я не мог уснуть вообще, это мы ещё писали в первой половине, я не мог уснуть, ворочался туда-сюда, и я вдруг стал загоняться, я не знаю, что произошло с моей головой, и я вдруг стал загоняться, что за неделю что-то мало набежало цифр на интервью с Тамби. Гарри, с Тамби. Да, хотя там было много, но это, блин, это мой мозг в 5 утра. Мало! Вот, и я ворочаюсь, что-то вздыхаю, там лежу, собака тоже это понимает, убежала куда-то. И вот среди ночи просыпается Настя, которая невозможно разбудить, но вот она, видимо, чувствует это ощущение. И она, чё ты? Я такой, да ничего, чё ты думаешь? Я такой, да блин, да не спи там, 5 утра все. Нет, что ты думаешь? Я начинаю ей рассказывать, вот что это. И она, видимо, потому что отдохнула, и у нее такого загона нет, она говорит, какая же хуйня. Вот. И я тоже такой, действительно, а что я? Ну, у меня очень похожая история, потому что я часто рефлексирую на тему, у меня же нет там режиссера, кого-то, кто будет там придумывать еще что-то. Я такой, ой, это ж... Тут просмотры упали, тут просели, тут надо новую идею придумать, тут еще что-то не зашло, и потом жена вытаскивает просто как удочкой какую-нибудь бытовуху, знаешь, там, любое дело, и ты отключаешь, такой, о, и делая какие-то, да, обычные дела, что-то придумывается само, что-то как-то уже не так все плохо. Ну, вы счастливые люди. Я, конечно, дошел в определенный момент до депрессии, которую уже не вытащишь усилиями жены, я ей благодарен безумно, она меня... Из любых состояний всегда пыталась достать и поддержать, и я понимал, как я вот задолбал. Ну, я прям это ощущал, что я задолбал. То есть, ну, ты же тоже, когда знаешь, у тебя вот эти депрессивные состояния, ты же абсолютно отдаешь себе отчет в том, что не все, из-за чего ты так загоняешься, того стоит. Да. Но ты загоняешься. Не все так плохо, как будто бы тебе накручивают. И ты понимаешь, что ты это ей транслируешь, она это видит, она, ну, раз она тебя достала, второй раз, третий раз, я уже начинаю думать, блин, ну, а на какой раз она поймет, что, ну, да, бесполезно, абсолютно бесполезно. И поэтому, конечно, я ей безумно благодарен, но я дошел до психоанализа. Потому что я понял, что это, ну, не должно быть так. Хотя бы потому, что нельзя так пользоваться человеком, как минимум. То есть нельзя ее жизнь посвящать тому, чтобы она... С больной головы переносить на здоровье. Ну, типа, да, чтобы она бесконечно меня оттуда доставала. Она же, ну, я хочу жить и быть счастливым, она тоже. Ну, то есть, а я себе не даю этого счастья, и еще и ей, а еще у нас двое детей, которые в какой-то момент тоже увидят, что что-то, блядь, заебало. Так вышло, что у нас в выпусках, да, с участием парней есть истории про девушек, которые вытаскивали из какой-то ситуации, да. У тебя есть такая? Что, меня вытаскивали? Да. Ну, я в первую очередь вообще благодарен своей жене, что мне показалось, что это первые и, надеюсь, последние мои отношения, которые... показали мне, какими бывают отношения, вот это банальное слово, нормальные. Потому что, ну, первые отношения там особо не берем, мы там слишком к этому подходим, юны, и там искать какую-то адекватность. Но я был очень долго в отношениях, которые для меня, вот говорят про некоторые отношения, больные, токсичные. Это было, мне кажется, то самое. И в попытках это разрулить, в том числе несколько раз я в своей голове чуть не повернул в сторону того, что может, типа, жениться. Это ужасно. Никто не должен так делать. Как будто бы для официальных обращений. Нельзя этого делать. Потому что я думаю, блин, а если вот мы поженимся, и типа все наладится. Вот это прям самое главное заблуждение. Это, блин, да, прям главное. Слава богу, что я этого не сделал. Это не может решить. Но почему-то в молодых умах, кстати, это очень частая тема. Почему-то кажется, что больные вот токсичные отношения можно... Ой, это как будто, знаешь, свадьба.
быть типа с чистого листа. Или еще, еще хуже есть тема, это ребенок. Да, вот, это прям уже еще ужаснее. Но смотри, там есть для этого есть определенные поводы, потому что, ну, в числе претензий вот этих вот там, ну и так далее, есть то, что там мало времени вместе проводим, или там, не знаю, ты несерьезно ко мне относишься. А ну, это пример, как будто бы доказывает. А это типа того, ну мы будем вместе время проводить, я серьезно к тебе отношусь. Ну как кажется, типа того, что знаешь, ну из серии. Или там появятся новые заботы, ты перестанешь там нервировать меня, что там, не знаю, мы там мало веселимся. Ну к примеру, я сейчас говорю, то есть всегда какие-то зацепки есть. Но это полное днище так думать, вообще нельзя так думать. Когда мы начали делать наше шоу здесь, когда нас только позвали в Москву, мы поженились с ней в 2012 году, по-моему, в 2013 нас позвали работать сюда, и была установка, что типа 4 дня мы тут, а на выходные можно типа там уезжать. Ну, не то, что обязательно так, можешь, пожалуйста, хочешь забирать жену, живи здесь, типа, и окей. Но как бы обязательства такие, что типа с понедельника по четверг здесь, да, а дальше делайте, что хотите. Естественно, ничего не понятно, там устаканится, не устаканится. Я к этому моменту все почти побросал там все виды работ в Воронеже, и я говорю, и вот когда мне это предлагают, во-первых, во мне почти не было сомнений, что она отреагирует адекватно. Я ей звоню, говорю, ну вот так предлагают пожить несколько месяцев. Она говорит, ну конечно. Я говорю, блин, ну меня не будет, типа, 4 дня. Мы там молодая семья, у нас еще детей нет, мы кайфуем, там, ну не знаю. Она говорит, ну блин, это твоя работа, это наше будущее, типа. Это все затянулось на 2 почти года. Ну, с перерывами было там 3 месяца тут, потом там, допустим, 2 месяца в Воронеже. И я помню, что как раз ей рожать, я тут, я звоню, говорю, блин, тут что-то еще какую-то работу предлагаю, что делать? Она говорит, соглашайся. Я говорю, ну, как-то, я не знаю, она говорит, ну, это наше будущее, там, у нас рождаются дети, это наша семья, ты всегда этого хотел, там, мы этого хотели, мы там хотим уехать в Москву, хотим там жить так вот, как мы себе наметили, там, недовольствоваться там чем-то, вот, чтобы у нас были возможности, там, чтобы ты реализовывался, там, чтобы дети наши реализовывались. И я вдруг понял, что, блин, ну, я вот с такой женщиной готов в работе на все, и она готова что-то потерпеть, как-то к этому правильно отнестись. А мне кажется, ну, блин, для мужика же это супер важно. Конечно. Потому что это поддержка, когда ты знаешь, ты можешь... Ты тогда и работе отдаешься, и домой ты приходишь радостный. Потому что вот тебе и тут хорошо, и тут хорошо. А когда тебя начинают пилить, вот, ну, такое, да, простое понятие, ты и тут не можешь нормально сконцентрироваться. Ты тут думаешь, как тебе тут пиздюлей дадут. А когда приходишь сюда, там дают. Ты здесь несчастлив, да, потому что ты и про это думаешь, и еще и дают, типа. И ты думаешь, а где это место, где мне хорошо, типа, почему я, блядь, туда иду, как будто бы отпрашиваясь, а сюда бегу, как будто бы. И, блин, а это же супер важно. В Италии это называется эффектом, если не ошибаюсь, эффектом бискотти. Это такое печенье, когда ты нажимаешь с двух сторон, и крем вылезает сверху. Вот тебя с двух сторон жмут, и ты ищешь, куда деться. Я работал, у меня было агентство праздников в Воронеже, мы открывали с друзьями. Я понял в какой-то момент, что меня очень сильно тяготит. Меня прям угнетает, мне некомфортно, я не хочу там работать. А у нас свадьба через 2 месяца с женой. И у меня там есть какое-то количество мероприятий набранных уже, там какие-то свадьбы, еще что-то. Я уже бросил медицину, по большому счету. Я еду, типа, вот так, обычный рабочий день, я что-то приезжаю куда-то из офиса, уехал, возвращаюсь, сижу внизу в машине и думаю, блин, я хочу уволиться. Ну, это как бы мое, типа, но я хочу, вот прям сегодня я хочу уйти, я не могу здесь работать. Я звоню жене и говорю, слушай, я хочу уволиться. Она говорит, уволься. Я говорю, ну, я как бы ухожу вообще. Вот, ты не понимаешь, ты серьезно? Да, да, типа, это не уволиться из серии, там, у меня доля какая-то осталась, там, нечего делить, типа, пока еще там. У меня, вот говорю, 4 свадьбы, и все. И дальше, я говорю, ну, ничего нет в планах. Она говорит, ну, тебе там плохо? Я говорю, очень плохо. Она говорит, уволься. Я говорю, вот прямо сейчас поднимусь, уволюсь. Она говорит, уволься, что-нибудь придумай. Я поднялся, уволился, приехал домой и говорю, все. У нас через 2 месяца свадьба. Я безработный. Ура. Блин, все из-за того, что Антоха Шастуна рефлексирует. Эта тема слишком затянула. Ладно, но это просто шикарно. Я горжусь нашими женами. Максимально лаконично. У нас не футбольное шоу. Да. Гастроли лучшее и худшее. О, моя любимая тема, гастроли. Ну, типа глобально, что в них лучшего и худшего? Нет, почему глобально? А, вообще? Тащи истории, здесь нужна конкретика, Дим. Слушай, лучше, давай с хорошего начинать.
Давай. Что такое лучшее случилось в гастролях? О, кстати, я, с твоего позволения, я порекламирую ваши гастроли в Израиле. Они же будут в марте 2022 года. Очень надеемся. Скоро март 2022 года. Постоянно чуть-чуть, к сожалению, меняются правила с сертификатами, прививками и прочим. Они то одну прививку признают, то перестают. Поэтому зависит сильно от их законодательства. Но вообще, да, в графике они стоят. Давай, держитесь там. Ну, не, мы делаем все, чтобы там оказаться. Потому что, смотри, самое прикольное, что есть вообще глобально в гастролях, это, конечно же, впечатление. Но у нас всегда есть, может, сейчас конкретную историю какую-то не вспомню, но у меня есть какие-то города и... Ну вот города, да, районы, города, в которые, блин, вот каждый раз хочется поехать. Я не знаю, с чем это связано. И самый, наверное, парадоксальный в этом списке, ну то есть, опять же, если мы берем такие города, мы берем самые, ну такие, да, там, интересные, красивые, колоритные, ну, большие, и так далее. Да. Но ты выбираешь. Помимо них, каждый раз, когда возникает идея гастроли на Дальнем Востоке, нам задают вопрос, пацаны, ну, поедете на Дальний Восток. И каждый раз, ну, еще Стас раньше с нами ездил на гастроли, каждый раз он все с такой, с большей грустью. Пацаны, на Дальний Восток ходить. И я почему-то в этот момент понимаю, что это самый лютый и трудный перелет. У меня жесткий джетлаг, я вообще не могу перестраиваться на время. Но я всегда говорю «да». Один раз мы бизнес-классом, мы, как раз, на корпорат летали, да, там можно лежать, тебе розу, блядь, на обед дают. Зачем-то. Я просто поразился. Ну, прикиньте, тебе обед через 2 часа после вылета, и тебе приносят обед и розу. И я вот лежу в этой, типа, кровати и думаю, вот нахера мне эта роза? Мне еще лететь, ну, 6 часов с этой розой. Это мне. Просто всем раздали розы. И последний раз, когда мы туда прилетели, произошла кайфовая штука. Короче, начинался Евродом. Так как мы... Будем делать, не будем, будем, не будем, будем, не будем. Я сказал, да, летим на Дальний Восток. Сдвинулись гастроли из-за того, что, типа, ковид. И мы понимаем, что я снимаю, типа, первый выпуск Евродома, где все начинается. А в день, когда начинается чемпионат Европы по футболу, я оказываюсь, во-первых, 11 июня у меня день рождения. Я в этот день в Благовещенске. А 12 июня, когда матч, там он ночью, получается, между этими двумя датами, я оказываюсь, ну, вообще нигде. Ну, то есть, все едут на поезде в Хабаровск после Благовещенска, и я понимаю, что и матч открытия, ну, да, и матчи сборной России даже, которые на следующий день, я все пропускаю, потому что мы это время все едем в поезде, типа. А мне надо, во-первых, контент снимать, открытие Евро, Россия играет первый матч. Бля, ну как, я самое важное пропускаю, а самое главное, что я сниму, я просто буду ехать в поезде. Мы прилетаем в Хабаровск, едем в Благовещенск там на чем-то. Или мы сразу в Благовещенск прилетели, не суть. И мы придумываем план, что типа мы берем тачку и едем из Благовещенска в Хабаровск. По дороге, по идее, мы застаем где-нибудь, если повезет матч открытия. Приезжаем рано утром в Хабаровск, весь день спим, потому что у нас ночь. Просыпаемся типа ближе к их ночи. И смотрим первый матч, второй, и Россия играет там что-то из серии 4 утра. Я беру, значит, с собой другана, у нас есть такой Серега, он работает на наших проектах. Я говорю, ну блин, ну я один, а там, по-моему, типа что-то 700 километров. Ну, я говорю, ну я один, типа, во-первых, сразу время это все переместится у меня вообще нахер. Я выступаю, и надо ехать, типа, сразу. И заодно что-то, типа, будем снимать, думаю. И каким-то образом мы, короче, мы берем в аренду Hyundai Creta. Как-то мы уламываем чувака, что мы ее берем в Благовещенске и просто, ну, оставляем в Хабаровске. Типа. Он, притом, там серия, вот это меня всегда, конечно, когда уезжаешь из Москвы, так радует. Там и серии, знаешь, ну вот аренда стоила там, грубо говоря, 5 тысяч. А когда мы сказали, что там мы ее оставим в Хабаровске, сказал, ну, 8. Ноги. Ну ладно. Блять! Да-да-да. Вот. И мы, короче, и мы после концерта все, типа, идем ужинать и говорим Шасту, а поехали с нами, если хочешь. А он что-то такой, блин, не знаю. И вдруг он... Сомнение. Да, и в какой-то момент такой, типа, да, наверное, поехали. Я, говорит, конечно, охерею, типа, там со своими этими длинными ногами, типа, столько времени сидеть. И все, мы садимся, короче, в тачку, отправляемся в путешествие по Дальнему Востоку. Это было просто невероятно. Я таких красивых мест не видел никогда. Потому леса. Что, блин, прикол в том, что там были и леса, и озера, и горы, и туманы. Но таких, наверное, мест, конечно, очень много. И, скорее всего, каждый из вас их видел.
Но нет ни одной точки, где это настолько вообще все девственно и безлюдно. То есть мы выехали из Благовещенска, мы поднимаем вот так глаза в какой-то момент и понимаем, что мы такой ночи темной не видели в Москве никогда. То есть, ну, не бывает такой ночи. Ты просто не видишь ничего. Ты вот выходишь на обочине, и просто, ну, черное все, и только звезды на небе. Мы первый раз, типа, офигели. Первые, там, километров 100 дорога такая херовая. Мы что-то ехали. И вдруг спустя 2.5 часа мы вот просто оказываемся в селе, мы понимаем, там, ну, домов 10. То есть, а до этого ничего не было. Вот вообще ничего не было. Мы заехали на какую-то заправку, зашли с шастом что-то купить. Мы очень смешно разгонялись, что типа там сидит такая тетка, что-то на нас так поглядывает. И в какой-то момент я говорю, а прикинь, она нас узнала. А она сейчас утром типа придет, скажет, Позов и Шастун заезжали на заправку. Ебанулась, блядь, бензином надышалась, 2 часа ночи. Ну то есть это село. У нас такая же была история, когда Черданцев выходил в горах Адыгеи, выходил на дорогу и размахивал веслом. И там проезжали машины, и мы тоже думали, там, о, Черданцев, Тём, ну ты что, иди нахер, говорит. Не, ну это вообще, это было очень странно. Я еще говорю, а где там ближайший населенный пункт? Она говорит, хер знает где. Потом начало светать, уже пошла такая хорошая дорога. Блин, как там красиво. Ну просто невероятно красиво. И просто мы в какой-то момент, мы понимаем, что Италия начинает играть минут через 40. А не то, что придорожных кафе. Вообще, блядь, ничего не происходит. Вот эта вот тетка на заправке. Я сейчас, знаешь, что подумал, что если тетка с этим видосом такая, я говорила, они были. Знаешь, а ее всем селом считают за сдвинутую, типа. Она там, я клянусь вам. Да, кстати, обидно, что мы ее сняли, типа, а в выпуске в роддоме, по-моему, этого не вошло. То есть тогда она не могла подтвердить. В итоге мы, типа, едем, и вдруг вот это просто какое-то такое событие, что, типа, 4 утра, через 10 минут матч, без 10-4, через 10 минут матч, и вдруг придорожное кафе «Восход», она называлась, по-моему, стоят какие-то фуры, мы заходим, говорим, а у вас есть телек? Она говорит, да, конечно. И там вот такой небольшой телек, на каждом столе стоит такая, типа, плошка с огурцами порезанными, соленые. Какое же чудо. Мы говорим, а это, типа, она говорит, ну, просто, ну, вау. Просто. А я еще и говорю, можно мы вот тут поснимаем? Я говорю, часа 2 посидим, посмотрим футбол. Я говорю, мы, ну, что можем накупим, мы купить не будем, потому что мы типа за рулем, мы там меняемся. Он говорит, да, конечно, сидите, ради бога. Я говорю, вот огурцы мы ваши, типа, поедим, типа, что-то там понакупали. И все, и мы сидим, выходим покурить, там просто какая-то гора вот такая, блин, какой-то туман, все так красиво. Тут какое-то предупреждение, что может выйти тигр. Мы смотрим этот футбол, еще тогда не понимая, что чемпионы Европы играют. Мы не досмотрели, честно. Мы в какой-то момент, типа, блин, уже второй тайм шел, мы такие, ну надо ехать, потому что, ну блин, нам все тяжелее и тяжелее. Но дальше был эпичный момент, пацаны, я не могу про него не рассказать, потому что вот когда вся эта красота происходила, мы ехали, ну блин, мы еще пацанам пишем, мы говорим, вы не представляете, как это красиво. То есть, блин, у нас нет ни секунды, когда мы жалеем, что мы, ну вот это все решили преодолеть. Потому что не будет другого, ну это глупо так делать. Ехать по Дальнему Востоку, блядь, на каком-то кроссовере. Не будет типа такого мотива. Вот, да, да, да. Жизни так и вдруг мы едем, короче, понимаем, что впереди какой-то населенный пункт, ну какие-то признаки такие пошли, там уже какой-то поезд мимо едет, а это тоже выглядит просто пиздец. Из ниоткуда, так, да? Как будто, да, вот на пустырь, какие-то там озера и просто так паровоз, типа. Гарри Поттер. Сибирский цирюльник. И вдруг мы едем, типа, по дороге и понимаем, что стоит копейка, ну, ВАЗ-2101, и стоят 3 типа, и на капоте стоит 2 бутылки водки и стаканы. И они вот у капота бухают. А времени 6 утра. И мы вот так чуть-чуть их проезжаем, типа, ну как-то там постебались, что типа они прям, ну, обочины, типа, на капоте. И мы проезжаем 3 минуты и понимаем, что слева зона. То есть чувак, ну, 100 пудов откинулся. И они вот просто, знаешь, отмечают, вот, да, минуту, да, типа, отъехали. И я представил вот все, что у нас сейчас было. Это не так круто, как сейчас у него. Как то, что чувствует он. Ну, то есть, а у него вообще просто... Вот он спустя очень много времени на свободе в 6 утра пьет водку с капота этой копейки. Блин, надо было очень круто. В итоге уже часов к 10, там, к 11 утра мы приехали в Хабаровск. Все, типа. Но мне почему-то очень запомнился момент на корпорате. Мы приехали здесь уже в Москве, типа, выступать на корпорат. И такой какой-то зал, большой ангар, по-моему, Маркони ведущим работал. Мы приехали выступать. И там, ну, такой еще звук не очень хороший. Мы понимаем, что у них, знаешь, вот корпорат, никогда они сидят, типа. А у них, ну, типа фуршет. Они ходят, болтают. Это всегда очень трудно. Потому что ты в этот момент их должен заставить сконцентрироваться там на полчаса, вдруг смотреть на сцену.
плюс стоя, плюс мы стараемся всегда выступать в первой там части корпората, mm-hmm. когда еще не накиданы, а тут я не знаю, почему так вышло, но мы понимали, что уже и корпорат там условно где-то там на экваторе, что они еще и накиданы, типа. А, ну, думаем, ну ладно, все, хрен с ним, как-нибудь выступим, типа, там тем более была какая-то там полусцена такая легкая. И мы выходим, нас все объявляют, мы выходим, и вот мы только вышли, мы там успели из серии сказать там привет. И я вижу, на нас идет тип, вот просто идет целенаправленно, а мы, ну, у нас петлички, типа. Ну, он вот так выходит, типа, и все, вот уже вот на таком расстоянии, и он вот так стоит на меня, смотрит, типа, и говорит, это все неправда. Я типа там что-то, ну, прикол какой-то отвешиваем, дальше продолжаем говорить. Он подходит, берет вот так у меня эту петличку и вот так начинает в нее типа говорить. Это все, что они делают, это неправда. Ну, то есть, я его, соответственно, вот тут его лицо, блядь. Я понимаю, что, ну, уже, ну, как это в прикол переведешь? Ну, то есть, уже, ну, все, типа, неловкость. Уже, ну, тут уже дальше либо его стебануть, уже, что он как отреагирует. Ну, да, и да, понимаешь, да, что охранник идет очень издалека, типа, вот там. И идет. Не очень он хочет, да? Да, мы, типа, опять, чувак, да все, давай, сейчас поиграем, мы еще даже не начали. Все, неправда. Я говорю, все это, блядь, неправда. И люди такие, знаешь, чуть-чуть тоже такие, а как, блин, реагировать? Ну, типа... Ну вот что делать? И вроде он свой, а вроде и вот такой, так странный тип. Да. Зато 100% все сконцентрировались. Ну не, знаешь, сконцентрировал он людей. Да. Он закончил мысль? Не, ничего он не закончил. Подошли охранники, он там что-то начал барагозить типа на охранников, они его там пытались вывести, но я охерел вообще. То есть почему таких много? Ну когда там пьяный что-то орет, еще что-то. Меня поразило, что ему хватило секунды, чтобы высказать свое вот это сомнение. То есть он нас увидел. И прям пошел сказать, что это неправда. То есть представьте в голове у чувака, как сидела эта мысль. То есть он по ТНТ такой, блядь, наебывает. И как только появилась возможность, блядь... Опа, приедут. Дим, ну ты же еще ведешь свадьбы, а свадьбы — это очень увлекательное мероприятие, потому что, ну вот я, например, был за всю свою жизнь был на четырех. Моя пятая. Не включай, моя пятая. Слабак. Да, слабак. Например, на одной из свадеб один чувак упал в ванну с раками. Там была ванна, это было в Тихорецке. Я не знаю, что больше удивляет, это ванна с раками или то, что чувак... Это было в Тихорецке, там рядом с прудом или речкой, где наловили раков, заполнили целую ванну, и пьяный мужик упал, его покусали раки, у него случился, по-моему, шок анафилактический, его отвезли в больницу. Это первое впечатление о свадьбах, мне было 6 лет, но я запомнил. Вот, и мне очень интересно выяснить, как это устроено, когда ты ведешь свадьбу. У тебя наверняка же там невеста пьяная пыталась тебя поцеловать, или они там расстались, или подрались, или теща неожиданно... Дядя, который... Да, или свекровь... Это типа правда. Я... Не, слушай, ну разные бывают... Точно же было. Не бывает, чтобы не было. Бывают свадьбы, да. Я такой человек, я за чувства, за любовь, за вот, знаешь, типа... Я когда вижу, что вот свадьба попахивает каким-то говном, мне, ну, автоматически становится неприятно там быть частью этого праздника. Я понимаю, что я просто отрабатываю. Это моя работа, окей. Ну, там, знаешь, из серии «Врач лечит в том числе и бандитов», там свадебный ведущий ведет в том числе и отвратительные свадьбы. Потому что часто ты видишь, что, блин, вообще насрать друг на друга. Или там, ну, явно отношения там, ну, не в порядке. Или, или родители сидят вот с такими лицами, что ты думаешь, блин, господи, да порадуйтесь вы за своих там, ну, детей. Поэтому как только свадьба такая, вот знаешь, типа, все, любовь, мы полюбили друг друга, женимся, я сразу тоже радостный. Когда я вижу, что гости это вот, ну, типа, друзья, а не потому что там, типа, батя, блять, какой-то важный чувак поназвал гостей, которые не знают, как невесту жениха зовут, этим тоже на них похер. Типа, все совать. Выходят какие-то банальные вещи, говорят. Но бывало разное. То есть я видел жениха, который там нюхал перед свадьбой. Я думаю, ну вот, ну что ты делаешь? Ну, типа, вот у меня. То есть я вообще к наркотикам, у меня отношения, типа, я этого боюсь. И как бы люди, которые это делают, для меня все время они какую-то такую. Немного пугают? Чуть-чуть пугают. Да, я всегда, знаешь, они, мне кажется, вот они непредсказуемые слишком. Мне такое не нравится. То есть. Угу. Но почему-то я вдруг подумал, что окей, ладно, такое бывает, мы все это знаем. Люди употребляют наркотики. А зачем ты делаешь это на свадьбе? Насколько? На своей. Насколько? Да, на своей свадьбе. Должно быть неинтересно, да, на своей свадьбе. Ну, то есть ты, блин, это, если для тебя это просто тусовка, зачем ты сделал такую свадьбу? Ты мог сделать просто, ну, типа, свадебную тусовку без, там, не знаю, родителей, там, ведущих, каких-то церемоний, ну, там, не знаю, просто тусани и тусуйся, как тебе хочется. Если, блин, ты настолько не можешь повеселиться хоть чуть-чуть, ну, то есть во что эта свадьба может превратиться? Ну, типа, окей, во что угодно. Ну вот это меня вообще просто поразило, я такой, ну все.
У меня был один бесючий у меня был случай. Я эту свадьбу еще как раз вел перед своей свадьбой буквально за пару недель. Мне надо готовиться к своей свадьбе, а меня там это типа, ну, начинает нагнетать и жених. А это, короче, нет ничего хуже, чем заебистый жених. Вот как только жених заебистый, жди беды. Невеста, ради бога. Вот смотри, ради бога, невеста должна переживать. Потому что там она волнуется, как она будет выглядеть, как все пройдет. Я готов с невестой, не знаю, сидеть там. Ну, сейчас я, понятно, через менеджеров общаюсь. Раньше готов был там сюсюкаться, что-то объяснять. Чувак должен, не то что ему должно быть все равно, но он должен четко решать все вопросы, поддерживать ее какие-то там адекватные начинания. Быть мужиком. Да, да, абсолютно. Для меня это тот пример, где мужик должен быть мужиком. Он должен, не знаю, мне позвонить, сказать, так, что мы делаем, сколько это стоит, мы хотим вот это, вот это, вот это, я там тебе доверяю в этом, не доверяю в этом, я делаю вот это. Ну, то есть вот так решать вопросы. И вдруг иногда появляются чуваки, которые, а как ты вот это скажешь? А как, а вот, а если вот это вот так пойдет? А если, вот мне типа однажды говорит, а если вот там, обычно, ну, таких, что-то там упадет. Невеста должна быть такая. Да, обычно, типа что-то упадет. Я думаю, блядь, а если ты упадешь? Самый прикол, у него кольца упали. Ты спросил у него, ветер, что кольца упали? Покатились на регистрации, а он мне говорил... Побежал, да? На регистрации говорил, не надо шутить, регистрация должна пройти красиво. И только начинается регистрация, дует ветер, падают кольца, а там такой мостик и типа маленький ручеек. И он кидается за ними, ловит, и я говорю шутку, что мы специально их уронили, проверить, насколько ты хочешь жениться. Поймал, продолжаем. Если бы они утонули, в расход, типа. И вот перед моей свадьбой появляется такой жених. И в какой-то момент, вот прикиньте, он мне говорит, пришли мне список песен. Я говорю, каких песен? Он говорит, ну, это вот вы говорите, у нас будет там музыкальная пауза. Ну, там, я говорю, вот делаем это, там, дальше там 20 минут музыкальная пауза. Я говорю, ну, таких там пауз, блядь, там, 5 за свадьбу. Я говорю, ну, да. Он говорит, ну, пришлите мне список песен. Я говорю, ты серьезно? Я говорю, ну, окей, ты, естественно, высказываешь пожелания, там, допустим, там, условно, у нас не будет, там, не знаю, сердючки, так, шансона, мы и сами этого не хотим, типа, ну, и можешь, там, сказать, я люблю вот это, вот, ну, это, да, вот это, да, типа, и, там, посовременнее, или, там, еще что-то. Я говорю, ты в натуре, ну, типа, список песен? Он говорит, да, прям список песен. Я говорю, ну, у меня диджей работает так, он видит, люди танцуют, там, например, понимает, что сейчас им вот это зайдет, там, вышла молодежь танцевать, и там молодежь пошла курить, вышли постарше люди танцевать, он потом херак, трек поставил, этот что-то их завел, этот не зашел, на этот они поорали, и он уже понимает, что ставить, он говорит, нет, так не пойдет, надо список всех песен. Я такой, типа, блядь, думаю, ну, ладно, типа, пишу диджею. Я потом ему пишу, ну пришли пожелания тогда, если ты хочешь, как мы будем, ну, типа, попадать в твой список треков. И он мне присылает какой-то Газмадов, Аллегрова. Я понимаю, что все, ну конец свадьбе. Ну, невозможно, никто не будет танцевать. Это просто его какие-то любимые песни, и плюс еще мужик, странный музыкальный. Мужик, который присылает песни Аллегровой на свадьбу. Там все, там я тебе говорю, там он мне прислал типа 60 песен. И в итоге я с ним спорил. Я говорю, будет плохо. Я говорю, я понимаю, что это твоя свадьба, ну доверься, ну ты же зачем-то нас нанял, ну проведи, блядь, ее сам, если ты все знаешь. Он говорит, нет, вот эти песни хочу. И в итоге он меня нервировал, он мне пришли песни, пришли, что будешь говорить. И остается дня 4 до свадьбы, и он мне звонит из такой, типа, претензии, что я плачу, типа, тебе деньги, а ты мне не уделяешь внимания. Я говорю, точно же. Иннокентий. А у него было необычное имя, поэтому я его изменил, потому что он сразу поймет, про кого я говорю. Я говорю, Иннокентий, я говорю, столько внимания, сколько тебе, не уделил, говорю, ни одной вообще паре. Даже собственной свадьбе. Да, да, да. Которая тоже надо говорить. Моя, вот. Я уже забыл, как невесту, говорю, твою зовут. Потому что я видел один раз, говорю, в самом начале, блядь. А ты мне уже, ну, вот, затрахиваешь 3 недели. Говорит, я заплатил. Я говорю, слушай, а давай я тебе, говорю, сейчас прям привезу деньги. Он говорит, а как? А кто мою свадьбу проведет? Я говорю, не знаю. Он говорит, ну подожди, нет, я уже не найду ведущего. Я говорю, ну так давай придем, говорю, к какому-то типа договору, что если ты понимаешь, что я в любом случае веду твою свадьбу, ты мне доверился, тебя, ну, меня тебе порекомендовали, дай мне спокойно ее провести. Либо говорю, я отдаю тебе деньги, ничего не забираю, говорю, никакую не предоплату, ничего, просираю эту дату, не зарабатываю деньги. Но ты, говорю, ищешь того, как тебе кажется, кто уделит тебе достаточно внимания. Он, все, я понял, все.
В итоге на свадьбе он постоянно уходил что-то курить. Естественно, мы ставили, что хотели. Но он периодически заходил, мою музыку ставил. Я говорю, да, вообще вся твоя музыка играла, все в восторге. Он развелся через год. Оставил жену с ребенком. Ну, соответственно, и женился он, как вы поняли. На жене с ребенком. Заебистый жених. Хуже. Горе на свадьбе. Ой, горе на свадьбе. Поза врач. Наконец-то! Поза врач. Блин, до сих пор обидно, что многие врачи говорят, что мы не врачи. Стоматологи, я имею в виду. Есть такой, что типа стоматолог не врач. Почему это? Я абсолютно против этой истории, потому абсолютно что у меня мать стоматолог. А у меня офигенный стоматолог, к которому я хожу 10 лет, и это самый настоящий врач. Она мне переворошила весь рот, и теперь у меня ничего не болит. Да, конечно, ущербная логика. Ну, то есть, лечить глаз – это врач. Угу. А лечить такой же орган, там, кучу зубов, не знаю, там, глаз. Слушайте, я впервые сталкиваюсь с этой штукой. А почему считается, что стоматолог не врач? Ну, мы получаем другое чуть-чуть образование. Мы учимся же на отдельном факультете. Я, конечно, когда привожу пример там окулистов там, и так далее, они все учатся на лечебном факультете. Они получают одинаковое все образование, а дальше уже там в силу специализации разбегаются там по узким каким-то профессиям. Мы учимся на другом факультете. По большому счету, медицинских факультетов не так много. Типа лечебный, педиатрический и стоматологический. Мы учимся там 5 лет, а не 6. У нас есть, конечно же, какие-то предметы общие, как и у остальных. Но мы их, ну, там, понятно, от педагога зависит. Где-то тебя заставят все изучать, где-то скажут, да, вам это нахер не надо, типа идите. И вроде как, наверное, типа мы слишком много времени во время учебы уделяем, типа, какой-то очень узкой специализации. Ну, ведь вам и работать с ней по факту. Ну, так вообще, мне кажется, что это абсолютно нормальная затея, что в медицине все идет в сторону того, что все как можно сильнее должно сужаться в профиле врача. Это ведет к тому, что этот человек, который всю свою долбанную жизнь изучает несколько костей стопы, там их много, я специально утрировал, но он в этой там стопе лучше. Идеально. Да, ну, он знает про это все. Меня наука как таковая так сильно не прельщала, но я понимал, что это даст мне еще 3 года, за которые я решу, либо я окончательно врач, сюда или сюда, и при этом я стану кандидатом наук и еще углубившись, возможно, полюблю это дело окончательно, либо я спокойно, не теряя пока в знаниях, там, в опыте, сваливаю. Спустя где-то, наверное, 1.5 года я уже окончательно понял, что с медициной все, но в силу своего характера я решил просто, ну, довести это дело до конца. Я защитился, но я уже, мне так было легко на защите, меня отпускало, там же это бюрократический пиздец вообще, ну это просто, то есть ты основную часть там времени, особенно последний год, ты занимаешься не наукой, а просто бегаешь как дурак, бумажки собираешь, печати, подписи, ждешь у кабинета врачей, отправляешь по почте письмо в соседний дом. Ну это просто, это кошмар. И когда я понимал, что все это заканчивается, а люди очень сильно волновались на защите, им там, ну, потом на кафедрах работать, в институте оставаться, а у меня был выпускной. Я защитился, я я не люблю хвастаться, но я защитился просто пиздец как круто. Потому что, ну, во-первых, я, конечно, умею говорить, а во-вторых, меня ничего там не пугало. Я понимал, что передо мной куча там профессуры, по видеосвязи какая-то профессура, но мне вообще плевать. А вот сейчас вот они думают, что что-то решают в моей жизни, а мне вообще плевать. Я поэтому вот, ну, все охеренно рассказал, мне задают вопросы, я раз, ответил. Все там что-то волнуются, переживают. А я все, типа, ну, я ухожу, ребята, я сегодня ухожу. И на банкете просто встал, сказал, что было круто, надеюсь, когда-нибудь электронный там документооборот облегчит всю эту историю. Я, типа, все, я ухожу. Ну, там еще педагог мой, которая там в ординатуре со мной была, она говорила, ну, может, как-то еще поработаешь. Я говорю, ну, я все, я понимаю, что не мое. Ну, нельзя. Врачом нельзя быть чуть-чуть. Вот это, к сожалению, такая профессия, где ты либо только врач, либо все, надо сваливать. А у всех медиков же очень своеобразное чувство юмора. Ну, отвратительная шутка, что там у меня однажды умер зачет. Ну, то есть нам дали каждому по пациенту на какой-то хирургии, по-моему, мы вели типа пациентов, там у нас циклами обучение идет, там 2 недели хирургия, там 2 недели, не знаю, там глазные болезни. И вот 2 недели хирургия, нам дают пациента, ты его ведешь, там история болезни заполняешь, но мы ничего не делали, просто истории болезни писали, чтобы там разбираться, потому что не можем никакие манипуляции. Наблюдаешь. Да, и все, на 4-й день ты понимаешь, что ты должен довести эту всю историю там за 2 недели, потом получаешь зачет, там, через 4 дня понимаешь, что все заново.
Жесть. Единственное, где нас заставляли дежурить, было акушерство. Но там произошел неприятный случай. Потому что... Короче, там дежурят, ну, типа, по паре ребят. И вот там, ну, когда у нас начинался цикл, взяли там пару человек из группы, вот они вышли на первое дежурство, а у нас там был товарищ один, ну, он выпивал, мягко говоря. И он решил, что дежурство — это отличный повод. Еще раз накатить. Да, еще раз накатить. И вот в этом состоянии пьяного угара он там начудачил, что-то и с медсестрами там рамсил, и... к роженицам лес там человек комментировал. И, естественно, ну вообще это в целом, ну как бы нам сейчас не было весело, вообще это в целом уголовное дело. Ну, да. Понятное дело. А если бы я еще, вот, например, был мужем такой женщины, я бы, наверное, еще и просто бы его отпиздил. Ну то есть это вообще, ну, как ты с этим сталкиваешься, да. Ну и в итоге утром мы приехали, типа, на занятия, а нам говорят, там вообще, ну, типа, всю ночь разбирательство, типа, жопа полная, надо что-то решать. А как часто бывает, типа, тип в такой ситуации исчезает, и все, что вот это вот дальнейшее происходит, падает на тех, кто остался. Да, все остальные решают. Нам приходят, типа, заведующий, говорит, как мы не правы, типа, как нельзя так делать. Ну да, мы не планировали. Ну и в итоге они принимают решение, что, типа, и нахер тогда эти дежурства, мало того, непонятно, зачем стоматологом дежурить, так еще вот с такими, типа, проблемами. Еще и в... Быть акушеркой. Ну да, и в итоге мы ходили там на какие-то там роды, что-то смотрели, ну в такое, в обычное время, а на дежурстве ночные мы не оставались. А и у нас, по большому счету, и нигде их и не было. У нас же практика, ну, типа, тоже стоматологическая всегда. То есть мы уезжаем там, и нам говорят, ну вот, в клинику ходите, там, либо терапию, либо хирургию, там, ну, все стоматологическое, конечно. Вот, поэтому я врач был недолго, я жалею, что был стоматологом, потому что я хотел бы пошире узнать медицину, чисто для себя. И я бы, возможно, очень сильно бы увлекся психиатрией. Я когда попал, конечно, на эту кафедру, я просто был в восторге. Это было уже на четвертом курсе. Я руками работать не мое, я не умею, мне не хватает терпения. То есть я в теории, я был неплох. Я в теории знал все про зубы. Но когда надо было что-то делать, еще и вот это вот, чтобы получилось красиво и художественно правильно, и вот терпеть, и миллиметры, и это такое, ну все, я не могу, все, я уже психанул. А ты кому-нибудь пробовал из знакомых, товарищей, у кого болит зуб, ты такой, о, я... Слушай, ну я же много кого лечил, типа, и протезировал, когда работал. Вот их фотографии там, да? Не-не, нормально. Кью Воронин. Ладно, если не заявил. Должна быть какая-то лиричная, не смешная история. Давай, вот она как раз. Да. Для меня, вот я говорю, есть Старый Оскол и Воронеж, два города, которые для меня равнозначно родные, наверное. Я уехал из одного, из другого. И за свою жизнь, я недавно посчитал, я поменял уже, по-моему, 17 квартир. Вот я в 17 местах жил. Типа, вот сейчас я купил квартиру, в которую планирую переехать осенью, надеюсь. Это, по-моему, будет типа или 17, или уже 18. И вот, когда мы в Воронеже уже жили там в моей, не знаю, восьмой, наверное, по счету квартире, уже нашей, типа, с женой, настал момент, что вроде надо ехать в Москву. Ну, потому что все, ну, бесполезно. Мне однажды, я выезжал на гастроли, а еще гастроли неудобно, надо прилетать чаще всего в Москву, потом лететь в Воронеж. Через Воронеж трудно все это. И я уезжаю, дочь мне говорит, пап, приезжай к нам еще. И я захожу в лифт и, типа, понимаю, что все, я все продаю, уезжаю, забираю семью, но это ненормально. То есть она воспринимает, что я приезжаю, типа, в гости. В гости, да. И все, и как-то это решение далось. Мы там поговорили, жена, я только за, я уже тоже там периодически приезжаю в Москву, полюбила. Мы собираем все вещи, типа, находим здесь квартиру, садимся в машину, выезжаем из двора. И я понимаю, что жена начинает плакать. И я ей говорю, типа, ну, я понимаю, что грустно, типа, мы уезжаем, тут наш дом, ребенок на что-то родился, мы поженились в этом городе. И почему-то мне кажется, что мы на одних, знаешь, этих, на одной ступени грусти. А она говорит, а ты понимаешь, что я тут родилась, и вот я первый раз отсюда уезжаю. Ну, типа, в моей жизни вообще не было, для тебя это был, типа, плана, да, что Оскола, я уезжаю, типа, из Воронежа. То есть я из Оскола, приехал в Воронеж, поменял кучу квартир, уже работал в Москве, туда-сюда. Я уже не понимаю, где мой дом. Ну, то есть мне это вообще, вот, типа, ну, да, грустно, да, обломно, да, много лет я тут провел. Ну, все, мы едем дальше, типа, окей. А я понимаю, что ей уже, типа, ну, почти 30 лет. Она, более того, она прожила всю свою жизнь в одном районе.
Вот она там родилась, ходила в школу, у нее мама работала в институте в этом же районе. Они меняли там квартиры в этом районе, ее мама еще в этот момент, когда мы уезжали, еще работает в этом институте, она училась в этом институте, где работает ее мама. Она вообще в целом переехала ко мне, это первый был выезд из этого района. Вышла за пределы. И вот я понимаю, что она реально, вот она из Воронежа уезжает. Что не, вот я вообще не уезжаю из Воронежа, я просто в очередной раз переезжаю, а она реально уезжает из Воронежа. И вот ее жизнь там, и жизнь ее семьи меняется, потому что вот они жили-жили в Воронеже, а теперь они срываются, там, ну, часть семьи срывается и уезжает. И вот, вот почему-то я тогда, типа, подумал, что, блин, вот есть же люди, которые реально вот там это ну, многие вообще никогда не переезжают, а многие, типа, это делают. Ну и Воронеж еще это достаточно близкий все равно город к Москве. Да, да, да. В доступности на автомобиле. Слушай, ну, знаешь, мы, слава богу, мы в тот момент эти иллюзии в себе похоронили. Мы когда придумали переехать, у нас было внутренне, нам надо было, видимо, на что-то опереться, и мы такие, да что тут 500 километров? Ну, всегда можно. Самолет, час, типа, момент, на да, тачку да. сел, доехал, мы в любой момент. В какой-то момент мы такие, да не будем же мы ездить. Ну да. Ну, работа затянет. Ну, первое время погоняешь, когда, знаешь, в институт уехал, и первое там, время каждую субботу домой гоняешь. А потом такой, а что ты полгода дома нет? И потом уже и жена такая говорит, да не будем мы ездить. И я говорю, ну хорошо, что мы это сейчас понимаем, знаешь, что типа вот иллюзии этих не строим, потому что, конечно, спустя какое-то время мы поняли, что, особенно когда уже там продали квартиру, мы такие, ну да куда нам ездить, ну, типа да. к родителям, ну они сюда так могут приехать, мы иногда ездим, но по большому счету все, разорвалось, и нам повезло, почти все друзья, вся тусовка, с которой мы работали, общались, они все здесь, мы по сути почти все переехали, у меня там осталось, не знаю, 3 друга условно, там, а здесь 15. Поэтому в этом плане, опять же, для меня это переезд, вот, а для жены, да. И дочка не могла никак понять, где мы вообще живем. То есть она, потому что и в Осколе много времени, где дом, да, проводила, и говорит, а где мы вообще живем? Она мне уже в Москве потом в какой-то момент говорит, а когда мы в Воронеж возвращаемся? Я говорю, никогда. Она говорит, в смысле? Ну, типа, она решила, что мы кочевники. Хорошо, Дим, на лирической ноте мы закончили, но надо будет выяснить, из какого ты факультета. У нас трое из Слизеринда и Женя из она не могла Гриффиндора. Да. Блин, а я ж плохо шарю в этом во всем, поэтому я знаю. Давай но, ты. Но Долгопупс, он точно... Он из Гриффиндора. И потому что ему достался меч Гриффиндора. А это так, значит... Мы одеваем на тебя шляпу. Давай. И... Вау, Пуффин. Пуффин. Пуффендуй там кто? Если не ошибаюсь, там Полумна Лавгуд. Да. Это норм. Это она видит невидимые вещи. И считает, что это типа окей. Вот, да? Ну. Да, не, это на самом она деле... Она крутой персонаж. Ну ладно. Мы просто сами удивились, потому что шляпа стабильно выдавала почти всех. Я просто, я правда плохо шарю. Я буквально пару-тройку лет назад решил, что некрасиво вообще заниматься творчеством, быть в поп-культуре и такой пласт не понимать вообще. Ну, то есть ни одной шутки не сказать про Гарри Поттера, когда столько людей в теме. Я прям все, конечно, посмотрел. Но не так, я все равно вот так детали не помню, что прям как, это с этого. Просто когда, знаешь, дело в том, что когда твоя супруга каждый год, в Новый год просит провести с тобой 8 серий с Гарри Поттером, ты потом все равно всех знаешь и называешь их не... В этом году еще 9-е вот это вот дополнение. А мне повезло, у меня жена жесткий фанат, и я знал это всегда, что она жесткий фанат, но она ненавидит фильмы. Она говорит, я книжки обожаю вообще. И она, по большому счету, фильмы в первый раз со мной посмотрела. Ну, сказала, ладно, норм, типа. Но прикол в том, что она их не то, что не пересматривала, даже не смотрела. И поэтому, ну, а читать вместе, извините. Ну, да. Странно. Занятие. Класс. Это был новый выпуск «Шляпы». Дальше ждите еще крутых героев, персонажей, историй. Этот проект построен на историях тех, кто к нам приходит. Дмитрий Позов, Герман и Классика, Роман Нагучев. Все верно. Все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все соцсети. Если вы поставите нам 5000 лайков, мы пригласим Владимира Путина. Неплохо. На всякий случай. Не осуждаю. Нам нужна какая-то мотивация. Все, пока.